На-на-на. Как вкусно пахнут эти цветы. Пойду покачаюсь на качелях, пока никого нет. Еви, Еви, подожди. Еви, я такую интересную игру знаю. Давай поиграем. Я тебя весь день ищу. Вот, наконец-то нашла. В игру? Ну да, только для этого нужны еще люди, а то вдвоем неинтересно. А что хоть за игра-то? Называется «Правда или действие». Ого, интересно. Ну ладно, давай поиграем. А кого еще позовем? Не знаю, я хотела спросить еще у Кати и Камилы. Пошли к ним. Ну пошли. Катя! Камила! Ты не знаешь, Катя, что они нас зовут? Без понятия. Наверное, сейчас скажут, что опять им нужна наша помощь. Как обычно. Про нас даже не вспоминают, а потом как помощь, так сразу бегут. Катя, Камила! Вы не хотите поиграть с нами в одну игру? И в какую же это? Правда или действие? А как в нее играть-то? Я вам все объясню, только нужны еще люди. Пойдемте поищем. Ну так что, вы будете с нами играть? Ну я бы поиграла. Ну ладно, раз Камила играет, то я тоже поиграю. Ну и отлично. Надо позвать Эрику и Вику, с ними тоже очень интересно. А еще мы позовем. Итак, девочки, я вас всех тут собрала, чтобы поиграть в одну очень интересную игру. И она называется «Правда или действие». Слышали о такой? О, я что-то слышала. Там надо задавать вопросы «Правда или действие». И кто-то что-то выбирает, либо правда, либо действие. Потом ему задают задание, и надо ответить или сделать это. Молодец, Эрика. Итак, поднимите руку, кто не понял правила или не знает вообще. Катя, ты не знаешь правила? Я все прекрасно знаю, просто я хочу сказать или спросить кое-что. А что будет с тем, кто откажется выполнять задание или отвечать на какой-то вопрос? Тот автоматически выбывает из игры, а победителю я вручу шоколадку Милку и коробку Орео, которые мне привезла недавно мама. Я их еще не успела съесть. Ну, ради вкусняшек стоит поиграть. Я тоже так считаю. Ну и отлично. Давайте, я буду Вода. Правда или действие, Вика? Я выберу действие. Скажи сейчас Эрике, что она некрасивая. Что? Ну ладно. Эрика, прости меня, конечно, но ты некрасивая. Что? Прости, пожалуйста, это было мое задание. Теперь понятно. Ну ладно, я, конечно же, не сержусь. Эрика, пропрыгай на одной ноге 100 раз. А если выбираешь правду, то скажи, с кем бы ты из нас хотела бы больше дружить, если бы не было Вики? Я, наверное, лучше выберу правду. Ну, пожалуйста. Я бы ни с кем не дружила. Ну, или бы дружила с всеми с вами сразу. Я не могу выбрать, вы все хорошие, но Вика для меня все равно самая лучшая подруга. Молодец, Эрика. Так, Соня, правда или действие? Действие! Подойди к Тиме и скажи, что ты ему нравишься. А он тебе. И позови его сегодня вечером на дискотеке танцевать вместе с тобой. Что? Это нечестно! Им такие легкие задания, а мне такое сложное. Еще и опозориться. Ну так что, пойдешь? Ладно, ради коробки печенья и шоколадки я готова на все. Слушай, Тима, тут такое дело. Я тебе нравлюсь, а ты мне. Может быть, сегодня пойдем вечером на дискотеку и потанцуем вместе? Соня, ты чего, совсем того? Мне нравится Милана, поэтому хватит. А с тобой я не хочу. Ты какая-то вредная. И вообще у нас характеры совершенно разные. И ты такая низкая. Ой, прости, это было мое задание. Ты мне не нравишься совсем. Фух, ну и хорошо. У Сони сегодня на дискотеке будет кавалер. Не будет у меня кавалера. Я сразу призналась, что это было мое задание. И вообще, я ему совсем не нравлюсь. А жаль, была бы очень хорошая пара. Правда или действие, Саша? Правда. Скажи, у тебя когда-нибудь были неудачи на твоей гимнастике? Я не могу вам об этом сказать. Это еще почему? Давай-ка говори быстро. Нет. Ах так?
Значит, Саша выбывает. Ну вот и все. До свидания. Саша, а как же я, твоя лучшая подруга? Желаю тебе удачи. Надеюсь, ты выиграешь. Еве, правда или действие? Ну, действие. Облейся холодной водой. Хорошо. После той истории, которая со мной приключилась на морозе, когда я сняла с себя всю теплую одежду, мне никакая холодная вода не страшна. Смотри, не заболей. Так, Катя, теперь приступим к тебе. Так, девчонки, в прошлом раунде в нашей команде уже были убытки. Это Саша. Следующий раунд. Камила, залезь на крышу одного из корпусов. Что? Нет, я не полезу. Полезешь, полезешь. Нет, я отказываюсь. Все, я ухожу. Да, с каждым раундом задания становятся все сложнее. И их просто невозможно выполнить. Эта Милана вообще знает меру или нет? Итак, в прошлом раунде у нас выбыли Камила и Челси. Кто же уйдет в следующем раунде? Эх, наша команда понесла убытки. Но кто-то из вас троих еще может получить приз. Эрика, правда или действие? Действие. Встань на голову. Стоп, что? Встань на голову и так простой. Что я не так сказала? Ну ладно, я попробую. Смотри, если у тебя не получится это задание выполнить, то ты тоже уйдешь. Ну все, можно попрощаться со своим призом. Я же никогда так не смогу сделать. И... уи! А-а-а! Ой! Ты выбываешь. Ты очень мало простояла на голове, а даже не простояла. Просто перевернулась через нее. Это не считается. Ты выбываешь. Скажи спасибо, что ты своими заданиями меня не довела до сотрясения мозга. Я пошла. Ну что, мне соревноваться с Еве, что ли? Да я сразу выиграю. Ха-ха! Соня, правда или действие? Правда, она всегда легче. Скажи честно, ты действительно не хочешь, чтобы мы с Еве дружили? А откуда ты знаешь? Да неважно откуда, до меня дошли слухи, что ты пытаешься нас поссорить, это так? Ням-ням-ням, как бы тебе объяснить? Ну, нет. Лжешь? Честное слово, нет. Ладно, это останется на твоей совести, ты проходишь. Еве что выбирает? Действие. Сломай одно из деревьев, которое тут растет. Их же сажают работники лагеря. И что? Сломай. Такое вот действие, или ты не получишь вкусняшки от меня. Ладно, сломаю. И... готово. Не, Бритни, ну ты только посмотри. Это же та самая девочка, которая тебя дернула за хвост той ночью. Да, до сих пор помню. И сейчас она сломала дерево? Я обязательно это расскажу, вожатый. Побежали быстрее. Да, сейчас ей мало не покажется. Отлично. Так, ну, следующий раунд. Никто из вас в этом раунде не проиграл. А это хорошо. Вот, Соня, посмотри, у тебя достойный конкурент. Он даже дерево смог сломать. А ты? Ты даже правду сказать боишься. Неправда. Ну-ка давай, задавай следующее. Я выбираю правду. Так и знала, что ты трусишка. Ну что, обманывала хоть раз нашу учительницу? Ладно, не надо было такое спрашивать. Я уже и так знаю на это ответ. Эй, ну да. Ну да, ты постоянно всех обманываешь. Так, Еве. Действие. Моя школа. Так, сейчас подходи к вожатой и разговаривай с ней грубо, а я за тобой послежу. Что, грубо разговаривать с вожатой? Ну ладно, ты сможешь делать что-то другое. Так, слабо ударить вон ту девочку. Ой, ладно, девочку ударить это уже другое. Хорошо, согласна. Так. Ах ты ж! Ой, девочка, прости, пожалуйста. Ну кто со мной вступил в драку, тот уже не выберется. Ой. Я нажалуюсь вожатой. Ой. Ну вот, я прошла задание. Ура, молодец, Еве! Правда или действие, Соня? Ладно, выбираю действие. Пойди, найди какого-нибудь жучка и съешь его. Фу, нет, я выхожу из игры. Пусть это Еве побеждает. Пока! Гадость, жуков есть, фу! Еве, поздравляю тебя, ты выиграла. Спасибо, а где мой приз? Ой, чуть не забыла, пошли к нам в номер.
Девочки, стойте, где тут Еви? Она? А что? Еви, это что такое? Почему ты ударила девочку? Почему сломала дерево? Как вы догадались, я же его закопала. Ой, видимо, не очень хорошо закопала. Мне обо всем рассказали девочки с других отрядов. Поэтому ты будешь наказана. Я тебя отчисляю. Что? Не отчисляйте, пожалуйста. Дайте ей второй шанс. Это все моя идея. Мы играли в правду или действие, и я ей задавала такие задания. Ну, раз так, тогда вы будете целую неделю дежурить в столовой вместо других ребят. Ладно, мы согласны. Да, согласны. Вот в такую необычную игру мы сегодня поиграли с девочками. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр и пока! Ну что ты стоишь, Еве, закапывай! Помогай давай!